теплая одежда, удочка, бур и емкость для улова. Стандартный набор любителей зимней рыбалки. Даже снег и сильный ветер не останавливают, рассказывает Андрей Антипов. Скорее наоборот, это своего рода экстрим. О том, насколько прочный лед под ногами, мужчина не знает. Признается, процесс так затягивает, что безопасность – это, как говорится, дело последнее. Сидишь, ловишь себе, ни о чем не думаешь, сосредоточен на рыбалке. Надеемся, что будет все хорошо. Ну, иногда веревочку возьмешь, так на всякий случай, когда плохое настроение. Дети, уйдите со льда! И даже после предупреждения инспектора ситуация не меняется. Двое подростков лед так и не покидают. Что это? Интерес или простое любопытство? Об этом остается только догадываться. В Самаре лед еще не окреп, рассказывает Сергей Ведерников. Риск провалиться есть всегда, ведь от несчастных случаев никто не застрахован. Самое главное – не паниковать. Постараться с себя снять тяжелую одежду, ну, если это получится, да, звать на помощь, ну и обратно выбираться в том же направлении, в котором попали, соответственно, в эту маму. То есть двигаться так. Это важно. Огонь и вода ошибок не прощают, гласит известная народная поговорка. Если первая стихия у человека всегда вызывала стойкое чувство опасности, то второй, как правило, люди большого значения не придают, а зря. Специалисты отмечают, цифры статистики пугающие, и с каждым годом несчастных случаев становится больше. За период 2023 года у нас произошло 72 происшествия на водных объектах Самарской области, в результате которых 59 человек погибло. В том числе 5 детей. Конечно, рыбаки у нас на льду, мы с ним проводим беседу, в ответ слышим, уже такие претенденты были, я уже провалился, я выбрался. Сотрудники МЧС постоянно ведут работу с населением, устанавливают предупреждающие знаки, раздают листовки. Однако толку мало, ведь чем больше запрещаешь, тем больше хочется. А если вы все-таки решили выйти на лед, то к этому необходимо правильно подготовиться. Важно иметь при себе спасательный конец Александрова, либо любую другую прочную веревку. Если носите рюкзак, то лучше это делать на одном плече. Так будет проще его скинуть в случае опасности. Специалисты говорят, важно обращать внимание и на прогноз погоды. В случае потепления лучше отказаться от выхода на лед, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Ксения Баканова, Константин Головин. События.